просторы матушки России. Вот тут у нас река идет, видите? Пока зайки кушают. Здесь хорошая травка, куда они пригнали, молодцы. Они уже знают все места, где хорошо, где плохо. Воду они у меня с реки не пьют, я их не приучала. Вода здесь не очень чистая, особенно в этом году. Почему-то какая-то очень мутная, грязная, не пойму я. Обычно чище. Но вижу, многие как бы разрешают своим животным пить, я нет. Они у меня дома приходят, чистую пьют. У меня стоит скважина в доме. Стоит станция и стоит фильтр. То есть воду чистую они у меня пьют. Поэтому такие дела. Ну что, двигайтесь туда, чуть тенечек, вот там. Там хорошо посидеть бы. И трава шикарная там, красота. Вот вовремя мы постригли, обработали, все сделали с мужем. Перенапряглись, но, слава богу, сейчас вот как раз жара, им было бы очень жарко в шубках. А так красота. Чистенькие, лысенькие, все прекрасно. Все, слава богу. Вот так вот. Ладно, пошли мы. Разверну их в тенечек, а то они сейчас пойдут. Там пасти особо нечего, туда получше влево.